Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Brawl Stars. Всем привет, дорогие друзья! И мы сегодня отправляемся в парное столкновение и будем набивать кубки вот таким вот интересным составом. А, кстати говоря, кто хочет поиграть с командой Detol, мы играем с подписчиками, но делаем это очень редко. Так что пишите, ребята, в комментариях ваши ники, и мы обязательно рандомным образом выберем для следующего видео счастливчика. Так что пишите комменты, ставьте лайки и, конечно, присоединяйтесь к нам в клуб. Наш клуб Detol, который уже практически входит в 300 самых крутых клубов России. Так что присоединяйтесь, играйте с нами, а мы поехали в бой. Погнали, давай посмотрим. Я, кстати, еще не играл на этой поляне, поэтому даже не знаю, что нас ждет. Да, она появилась совсем недавно, буквально вот-вот, и мы как раз заходим сюда. Открытое пространство, не то, что обычно у нас бывает. Да, и нет сундуков. Да, практически нет сундуков. Нам нужно набивать сундуки. Вот там друзьяшки есть. Да, ребята, вот такой вот необычный у нас дуо, у нас Рика и Брок. Да, будем, два дальничка. Да, будем пытаться этими дальничками хоть как-то попадать. Слушай, мы неплохо так стали. Ой-ой-ой-ой-ой, я вышел, там опасно очень. Нас зажимает. Мы напихали неплохо шель, но надо да. Отступить. Там просто бо, понимаешь, тут еще и робот ходит. Воу, вот им просто сейчас. Слушай, уходи от нее. Че ты не файчишь? Я файчу, все нормально. Спасибо, отлично, поддержал прям. Так. Давай, Шелли, надо зафайтить. Чуть-чуть. Шесть кубков у нее. И убо, смотри, практически нету. Да ладно. А у меня размотали, к сожалению. Уходи. Я бы ушел, но. Опа, вот так вот хочется сделать. Но, да ладно, к сожалению, чуть-чуть не добил. 200, ребята. Очень неплохой бой, напряженный. И опять же, немножечко надо привыкать, потому что мы играем сейчас. Я сейчас был уверен, что он сейчас добьет, и прям четко все будет. А стрела прилетела быстрее ко мне, и, к сожалению, это фейл бы. Да, у босса стрела, конечно, мощная. Вот смотри, мы рядом с сундуками, давай налево пойдем. Давай, погнали. Да, Брок, конечно, друг такой неплохой, но иногда, если честно, он подводит. У него ракета, видишь, ее прям нужно четко направлять. Должен прям либо напрямую на тебя идти противник, либо как-то чуть-чуть наперед заряжать. Но Рика мне нравится. У всех такая есть проблема. Рика мне нравится. Ребята спрашивают, почему мне не нравится Эльприм? Не знаю, потому что, мне кажется, у него самый небольшой... Аккуратно там. На вот, друзья. Смотри, я попал прям на водочке хорошей. Не, когда попадаешь, конечно, все четко. Уходи от вертуханчика. Да вертуханчик там сейчас бы огреб от меня вертуханчик. Это у него же дружище еще есть, вертушку. Ты не забывай. Давай. Найм ракетам, я им зал построил. Салют просто. За мной балалаечник побежал. Ай-яй. Так, чуть-чуть ему осталось, есть. Одну палочку прямо ему кинуть. Я случайно, ребят, у меня на одну кнопку и супер, и все остальное, поэтому сорян, я использую все, как только все накапливается, потому что играем, чтобы записывать вам видосики, конечно же, не на мобильном устройстве, а на компьютере. Ты аккуратно, уходи. Тикаю! Балалайщика размотал. Хорош. Смотрите, сейчас здесь появится огромная зверюга, давай его раскатаем. А, мы на восьмерочке же, да? Ой-ой, нам уходить-то некуда. Ты его в файте как бы нет. А у меня очень долго накапливается. У меня очень долго ракета накапливается. Мы просто подарили сейчас ребятам, мне кажется, конкретно наш кил. Не знаю. Ты вроде хотел файтить этого друга. А у нас выбора не было. Все нормально, мы их зафайтим. Вон сейчас опять. Ах, твою ж налево. Срочно беги, ну ты нафига. Но от него невозможно убежать. Давай, файти. Кого? Его? Робота, конечно. Ты что, должен зафайтить? Ага, конечно. Каким образом? У меня первая сила. Но у него 10 тысяч всего осталось. Там можно было бы потихонечку. Да, неплохо. Он-то сундук 6 тысяч не может раскатать. Погнали. Не, Рика молодец. Он хорошо файтит. Особенно вот, когда коридорчики есть, и когда ты выцеливаешь рикошетом, вообще очень четко можно всех из кустов достать. Я ведьми, кстати, с этого места начинаю, представляешь? Да, кстати, интересный момент. Редко, когда прям подряд с одного и того же места, да? Да, очень. Очень захватывающие ребята. Ну, слушай, мне нравится, Брок.
У него очень долго, чтобы ты знал, перезаряжается ракета, если ты им не играл. Да, я не знал, кстати, за него просто никогда не играл. У него очень долго перезаряжается ракета. Опа, хорош. Еще один. А там еще вот этому дружку. Кику, Кику. На Тику. Тик очень смешной. Тик очень смешной. Но знаешь, вот когда они вместе, давай, например, давай, давай. С этим другом. С динамайкой в одной тиме они просто могут всю поляну заспамить своими вот этими штуками. Согласен, согласен. Очень много. Что, о, мы что, ныкаемся? Ныкаемся? Ну да. Слушай, нормально. Главное, подробно не попасть. Мне тут рассказали одну тему, что можно, оказывается, тимиться. То есть вот так вот крутишься, и чуваки тебя не бьют. Да? Ну. Да. А, ну так я все время так кручусь. Кто смотрит за мной в клане в нашем... Вот так вот крутишься на месте, то тебе не должны бить, типа, тимиться считается, понял? А, я понял. А я всегда я так делаю. Я не тоже так крутится, и вы, значит, друг друга поняли, понял? И вы не, да, не да. Файтите друг друга. Ой, смотри, смотри, смотри. На 11 уже бежит. Куда ты в другую сторону стрелять начал? А я не знаю, почему он начал в другую сторону стрелять. Балачника, балачника, давай завалим. Они разделились. Я куда-то не туда супер залил, если честно. Подбирай все, подбирай, подбирай все. Ах ты, хорош. Вообще просто изи катка, изи вин, как называется это, ребята. А это все уже? Смотри, сейчас тебе робот придет. И тебе ГГ будет. Я не хочу робота. Вот здесь, смотри, вот... Ай-ай-ай! Не в ту сторону! Ты же будешь стрелять сейчас не в того. Блин, ребятки, очень круто. 13 кубков собрал. А, да ладно, ты выжил? А, нет, не выжил. Нет, я не выжил. Но все равно, плюс, у меня плюс 3 кубка, ничего не знаю. Вообще изи как. У меня тоже плюс 3 кубка, это круто. Да, ребята, очень... равно фармим по итогу. Очень многие кидают запрос нам поиграть. Ребята, у вас очень высокие кубки в клубе. Мы специально установили такую, так, критерий такой, чтобы собрать самых лучших игроков у себя. И у вас высокие кубки, и с вами очень тяжело играть. Потому что очень серьезные противники. У нас таких кубков высоких пока нету. Поэтому... Не, у нас есть топовые персонажи, конечно, там 20 плюс с кубками. Ну, да, да, 500 плюс ранга, кубков, ранга. Да. Да, 500 плюс кубков. Но, тем не менее, все равно... Ох ты, башмачник, а. Тихо-тихо, этого надо, балаечника еще. Ну я по нему файтил немножко. О, смотри, вот здесь такой прикольный. Давай-давай, бо-бо-бо-бо-бо, давай бошника. Я немножко бом не попадаю. Я тоже немножко не попал, мне надо еще подхилиться. И мы всего лишь на одной молнии, жесть. Да ладно, нормально. На одной молнии, ну, тоже смотри, он пошел, он сгинуть решил, что ли? На тебе, бо. Ох, не убежишь. Хорош. Не, у Брока, конечно, супер хорош. Динамайк. Да, супер у Брока. Кстати говоря, Динамайка мы сейчас таким составом можем достать. Да, но только вот он нас окружает. Один файт и очень хорошо его провёл. Нас окружает. Нас, да, что-то очень сильно окружает. Давайте, Бо вылечился. Они все никак не поняли, блин, да? Что ж мы шарик. Не зафайтили, не зарядили нормально. Ах, не смог я, ребята, не смог. Очень долгая перезарядка у Брока. Да, очень долго. Первый, кстати говоря, мне кажется, сегодня потери кубков минус 2. Да, к сожалению, первая, да. Но здесь мы немножечко нас зажали. Нас прям зажали. Нам нужно как-то больше пространства находить для файта. Так. Давай сейчас сводить быстренько вот эти пофармим. Да, у Брока, конечно, проблема. Быстрее бы перезаряжались у него. Но зато она мощная, понимаешь? То есть там одна ракета, наверное, сколько? На 1500 сейчас. Наверное, ну, да, это шара? На двушечке. Ну, не скажу, что... У Ниты тоже 1000 бьет ее шарик, но он намного быстрее перезаряжается. Ну да, на самом деле какой-то есть дисбаланс, мне кажется, в какой-то момент в игре. Ты чё? Как там разделились с тобой? Я знаю, я просто файтил с этим другом, уходил от его стрел. Так что, в принципе... И меня чуть ли... Ох, там этому другу нафигачил, как неплохо. Я подраспугал народ немножко своим супером в пустоту. Я кого-то раскатал. Я рад, что ты кого-то раскатал, но у меня хаосов мало. Слушай, ну неплохо, вот неплохо, ты, мы. Конечно, молодец. Я знаю это. Опа! Четыре команды неплохо. Еще, так что давай очковать немножко, не будем рашить. Да, давай, здесь дух, мне посидим. Кажется, вполне неплохо сидит с ним. Да-да, мы отжали с тебе сторону вот эту вот, и ребята никак не могут нас попасть. И их тоже там подрисовывают. А вот там, смотри, там пени жмется что-то. Жмется, но никак не могу зацепить ее ракетой. Ой-ой-ой, тут ребята с роботом идут. С роботом? Да, надо их... Надо... Да как ты так? Неожиданно, такой же, как я. Рика? Из Пуэрто-Рико?
Рик из-под... Тикай, тикай. Не могу, зажали, все, ребята, зажали, опять зажали, зажали, да. Ребят. Опять зажали, на девятку. Все на девятку. О, да ладно, уже четвертая. А, блин, я все время путаю с одиночными. Давай для попробуем меня... взять наш топовый составчик, который мы любим. Это Джесси Пенни. Мне кажется, мы можем показать хороший игрок. О, у меня, кстати, за 3700 привалило, я могу ящик забрать. Может быть, Лего выпадет. Да ладно. А, нет, нет, загрузка была. Нет, я думал. Я думал, там же такой белый экран, да, становится, и такой бум, персонаж красивый. В надежде. Да, я думал, прогрузочка идет. Ну, скоро у меня будет тик. Попробуем, что это за друг. О, у меня еще один, кстати говоря, ящик есть. Круто. Слушай, ну, топового персонажа мы, наш составчик, мы можем взять уже в следующем видео, когда будем играть. А сейчас я думаю, что будем прощаться с ребятами. Ставьте лайки, подписывайтесь и, конечно же, скоро увидимся. Ты где? С вами была команда Detol. Пока. А чё ты промолчал? Потому что у меня залагало тень.